мы, собственно, идем? Как куда? В мастерскую Лемпорта и Силис. По этой же лестнице, первый этаж. Познакомьтесь. Силис. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Петр Эйзенштейн. Поразительно, как мы все-таки мало знаем друг друга. Я слышал об этой мастерской Лемпорт, Силис, а вижу все это впервые, а мог бы не увидеть совсем. И считать, что ничего этого нет, а это есть сатанинский труд. Неужели все вдвоем? Вдвоем. Плодовитые ребята. И талантливые при том. И это есть. На дома все это надо, в дома. Сколько домов украсть можно? Три грации. Три грации – это бронза. Бронза, которую я сделал, родилась она в керамике 50 лет назад. 50, уже больше немножко. И была впервые отвергнута моими же коллегами Володей Лембартом и Димой Сидуром. И я надолго ее задвинул куда-то в дальнюю комнату, и она в керамике простояла, в общем, очень много, я не помню, сколько лет. И вот только, ну, где-то не так уж давно я решил сделать их в бронзе. Обычно люди справляют дни своего рождения, а я решил справить юбилей рождения вот этой скульптуры. И пригласил большое количество друзей, в том числе и Юру Наштейна, и Юлика Кима, и многих других моих друзей. И мы все очень весело справили юбилей этих работ. Негаданно, нечаянно пришла пора дороги дальней. Давай, дружок, отчаливай, канат отвязывай причальный. Будет нордост, не видно звезд, угрюмы небеса. И все ж, друзья, не поминайте, лихо подымаю паруса. Да что сказать, дело в том, что я слушаю Юлика, и я страшно завидую, боже мой, что здесь проходила такая жизнь. И без меня. И проходит сейчас. И проходит. И идет. Да. И давай, дорогой мой, да. Ну, остается только наверстывать. Не устраняйся, да. Потому что вот сейчас вот последние вот строчки Юлик спел. Но я-то это знаю все по Мариной Роще. Я не знаю, каким путем песни путешествуют. Никто этого не знает. Ну, эти ритмы, боже мой, они же просто сопровождали твою жизнь. А потом вдруг оказывается... оказываешься в пространстве мастерской, и каждая строка имеет своего автора. Так, свою биографию, имя, отчество, все как надо. Но вообще, я вот слушаю вот эти разговоры и думаю, что все равно в институтах учат, там сидят, лудят и все. Но на самом деле смесь искусства, она возникает не там и не оттуда. Там это только со такой уровень, нас, а сочиняется... Оно вот здесь, в этой смеси, оно не бывает по-другому. Оно где-нибудь там на Трубной, где-нибудь там на Рождественском бульваре, когда вдруг внезапно увидены рассвет и все. И оказывается, что вот это-то и есть самое, самое живое и подлинное. Никакие школы все равно ничего не сделают, если не будет вот этого. Я в 89-м году получил Дон Кихота в качестве приза, в качестве, вернее, вещественное доказательство премии имени Тарковского.
И появление Тарковского состояло в том, что вдруг мне вручают Дон Кихота. Вручают его на сцене, причем он какой-то был завернут, я вот так взял. Нет, я когда узнал, что Юрий это, ну я просто был счастлив. И он так стоит у нас в студии. Скульптура у меня, как правило, начинается с рисунка. А вот история с Дон Кихотом у меня немножко, ну, как бы выбилась в самостоятельные, что ли, графические листы. Вот, скажем, Дульсинея в виде облака на небе. Или, скажем, та же самая Дульсинея, которая в виде лежащей такой горы, имеющий очень большое сходство с женщиной. Больше всего, конечно, мне нравятся такие, ну, скажем, более трагические, что ли, ситуации, в которые попадал Дон Кихот. Ну, вот он попал в тюрьму. Вот здесь он оказался в невесомости и вынужден был принять такую нелепую, очень неустойчивую позу. Он осовременен, как бы, и все те несчастья, все те проблемы, которые были во времена Сервантеса, они, в общем-то, прошли через века и остаются с нами. Поэтому вот я решил еще такой Дон Кихота сделал таким лирическим, что ли, нарисовал, с цветочком, с тем, чтобы, ну, как-то смягчить его агрессивность рыцарскую по отношению к злу. Но время-то само по-своему все равно будет крутить и делать из Дон Кихота того героя, каким оно его хочет видеть. Я глух к разговорам, ему не давали работать, этот не мог, тот подвали и все прочее. А в какие времена было по-другому? Пусть мне скажут. Не было таких времен. Никогда. Поэтому тут все качество искусства определялось еще силой воли, силой мужества. Это было довольно, это очень важная часть любого творческого человека. Тут можно вспомнить Мандельштама и его крик, который просто стоит в ушах, когда к нему пришел поэт, стал жаловаться, что его не печатают. Мандельштам он спустился с лестницы с криком: «А Христа печатали, а Данте печатали, а меня печатали». Так что художник отвечает за свои деяния, за свои поступки. И мерой ответственности определяется еще и уровень его искусства. Скажи, а какие-то были все-таки награды? Я знаю, там от Ашхабада не было наград. Никаких наград. Никаких наград? Ни одной награды. Ни у меня, ни у Лемберта. Все, даже жизнь не было. Да и нам не нужно было. Нет, ну мало ли. Я помню, вы же это сам в клину сделали роскошную стенку, а потом ее... Да нет, а потом скололи, да? Просто рушили. Рушили и все отбойными молотками. Сделали керамическое панно. Установили сами это в керамике, майолика было. И, в общем, все нормально было. Кому-то, вот директору первого, не понравилась эта работа. Он сразу написал, сначала статья была в местной газете, потом в областной газете, потом в «Советской культуре». В итоге было решение Госпартконтроля снять это панно. Мы-то знали, что снять его невозможно. Да и все знали, что невозможно. Приехали с отбойными молотками и срубили. Срубили безвозвратно совершенно. Так что, мало того, потом это еще началась такая экономическая блокада просто всех наших, всей нашей деятельности. Потому что мы оказались, ну... Это объяснили как халтуру, как вообще, черт знает что, диверсию даже, так сказать, идеологическую. Да. И нам просто прекратили с нами общаться. Это было время отваги, потому что страшно. Жить-то было страшно. Ну, и догляд был постоянный. Но страх у нас потом возник. Нет, страх был-то из детства. Ну, в общем-то. Страх-то был из детства. Это просто преодоление страха от надоедливости происходящего. Понимаешь, поскольку не брали, не сажали почти.
а только грозили, то в конце концов в угрозе живешь, а потом думаешь, да хрен с ней. Это была отвага уцелевших ребятишек. Вот что это было. Это просто те, кто из нас, что называется, остался и выжил, и по недоумку вел себя отважно. Мастерские были не форма убежать, мастерские была форма побыть с самим собой. Да. Вот. И они были одни из самых заметных ребят в этой области. Это были команды сопротивления. То, что надо было спиной друг к другу прижаться. И где-то на тусовках мы все-таки встречались, общались. Конечно. А все следы у вас еще не остались. Все, кто тогда был, а половина в камне сидят у вас. Я никогда не думал, что я буду скульптором. Мы жили с мамой, я и брат мой, в Питере. За всем моим прошлым стоит довольно печальная история. В смысле биографии, что ли. С отцом у меня получилось, в общем, довольно странная и вместе с тем довольно банальная история. Он был латвийским стрелком. Я видел его, когда мне было 3 года, может быть, только. И то мельком я его видел. И была создана, значит, родственниками легенда о том, что он просто умер. И об отце никто ничего не знал, вот прям до последнего времени, об отце. И я смирился с тем, что нет отца, и все, ну что ж делать, и брат. Хотя брат оказался почему-то по паспорту латышом, а я почему-то русским. Ну тогда особенно не за этим делом не следили, и в общем национальностью не интересовались. И вот недавно я, значит, получаю известие о том, что отец расстрелян был в Ухте. Коми-СССР в 41-м году, в сентябре 41-го года. Это, я там сопоставил, это время, когда немцы подходили к Москве. И, видимо, не он один, а там были тысячи расстреляны. И самое удивительное, что я недавно получаю документ о том, что я реабилитирован. Я вырос с братом без отца. И мама наша заменяла нам все, в общем, так сказать. Она была под, видимо, под контролем. Ее, кстати, долго нигде не принимали на работу, и не отказывали. Дело в том, что отца посадили, но никто нам об этом не рассказывал. Когда началась война, мама успела нас на последнем поезде выпихнуть из Ленинграда, и мы уехали в деревню нашу, в Тверской губернии, это Вышний Волосский район, там у нас дом дедовский, и мы там, в общем, выжили вопреки всем условиям, которые были вызваны войной. Выжили мы на картофельных очистках и на гнилой картошке, которую выкапывали из зимников. Дед умер, бабушка была больна, мама осталась в Питере, и мы, в общем, ее уже почти, так сказать, ну, считали погибшей. И тем не менее мы выжили. Я научился делать чуни. Вместо сапог и лаптей, лапти это довольно сложные, такой обувь, трудно ее делать. А вот чуни, это из веревок, плетеных веревок льняных, я научился вязать чуни, делать. И мы в них ходили, надо сказать, чувствовали себя, по-моему, даже гораздо лучше, чем те, кто ходил в хромовых сапогах. Благодаря маминым каким-то знакомствам нам удалось попасть в Москву. И вот в Москве мы все равно продолжали с братом, ну, так сказать, нищенское, так сказать, существование. Метро было уже, это линия Сокольническая. И мне для того, чтобы добраться, скажем,
ну, даже до института, куда я потом поступил, или где я работал до этого в Лужниках на дровяном складе, проходил я босиком через эскалатор. Вот это была самая сложная операция, и я дожидался большой толпы тогда с тем, чтобы, ну, контролерша не могла заметить, что я босиком прохожу через турникетов-то не было, а просто через вот этот проход. В 1945 году открылся институт, училище, вернее, Строгановское училище. Я попал на скульптурный факультет. Мне повезло, живя в общежитии, я познакомился с Димой Сидуром, с Володей Лемпортом. И потом мы объединились в коллектив, который оказался, в общем, так сказать, довольно прочным. Мы монументалисты были, поэтому мы работали на архитектуре. Так вот, эти работы, многие, некоторые, были уничтожены просто буквально отбойным молотком, срублены со стен, как несоответствующие воспитательным функциям народа. Вот такая была формулировка. Мы рассердились и стали теми самыми сердитыми молодыми людьми, мы там были все-таки довольно молодыми, и написали статью против монополии в скульптуре. И не где-нибудь, а в литературной газете. Это была, так сказать, сенсация. Мы замахнулись на Мотовилова, на нашего, одного из наших учителей, на Манезера, на Томского, на Вучетича, то есть на корифеев. И скандал разразился грандиозный. Короче говоря, союз художников, как это, улей, начал шуметь. И нас вызвали, там устроили какое-то собрание по этому поводу. И с тем, чтобы нас заклеймить и уничтожить. И, надо сказать, может быть, это даже где-то повлияло на мое творчество, потому что я как-то остыл к монументальной деятельности. Я перешел вот на камерную скульптуру. Камерную. То есть здесь я работал абсолютно все то, что я хотел делать. А не то, что мне нужно было показать там или художественному совету, или секретарю горкома, или обкома, там, или прочее такое. Здесь я был свободен. И надо сказать, все, что вот здесь сделано в мастерской, это работы, которые я люблю, и которые меня греют, и которые, собственно, я считаю своим, что ли, так сказать, ну, детищем. Меня интересует не конкретный образ какой-то одной определенной женщины, а какой-то собранный образ в пластическом выражении, чтобы это было, выглядело, ну, не просто женщина, там, Марья Ивановна или тетя Поля, а это женщина, ну, так сказать, в таком возвышенном несколько состоянии. И вот одна из них, вот циркач, это не циркачки, это спортсменки такие, ядрометательницы, там, с дискоболка, затем из дерева. Я очень люблю дерево, и в дереве сделал такую кариатиду, то есть название скорее заимствовал откуда-то, но кариатида — это греческое название женщин, что-то несущих, тяжелое. Вот, скажем, казалось бы, ну что общего между, вот, скажем, вот такой женщиной, вот плавающей в воздухе, свободном таком парении, и вот этой скульптуры, которая называется, ну, соленоид, его прозвали ученые. А вообще-то это Мёбиус, это идея Мёбиуса, то есть абстракция где-то у меня смыкается с конкретными образами. И вот постоянное желание избежать каких-то острых углов, острых, нечистых поверхностей, вот заставляет меня, скажем, ну, решаться вот даже на такие большие работы, абстрактные совершенно. Вот пластика Силиса — это женская линия, удивление формой, которое пришло к Коле. Я уж не знаю, когда, наверное,
рано-рано при рождении. Он довел ее и в дереве, и в металле, и в любых из материалов, в которых он трудится, до удивительных вещей. Ведь заставить сосну с ее членимостью оказаться иной формой, которая автоматически на своих срезах рождает определенную графику, это ведь тоже задача. Или если мы возьмем бронзу, ведь я почти не знаю примеров в мире, где бронзу полируют, где полированная бронза, которая требует несказанной ответственности, потому что это должна быть уже такая поверхность зеркальная, что с ума можно сойти. Отвага. Отвага. Да причем в каких размерах? В какой поверхности? Здесь бесконечное количество фантастического труда. Узнаваемость в скульптуре, в живописи, в рисунке, в любых формах. И это и есть знак мастера. Потому что второго не бывает. Не бывает второго Рембрандта, не бывает второго Генри Мура, не бывает вторым... И Коля Силиса. Не может быть второго Коли Силиса. Не может быть уверенности, убежденности, азартно и алчности к этой пластике. Я вообще люблю художественное пространство. Я мысленно брожу здесь среди этих теней, а на самом деле здесь все живое. Искусство – это тогда, когда тебя так трясет, оно так растрясает твою душу, так делает тебя неспокойным, что ты, наконец, начинаешь слышать шелест листвы и запах нагретой земли в лесу. А это самое важное, потому что, в конце концов, дело не в том, на каком художественном произведении сконцентрируется твое внимание, а то, как это художественное произведение подтолкнет весь твой внутренний состав и к чему направится твой взор. Я хочу сказать несколько слов о Володе Лемпорте, моем ближайшем коллеге, с которым вот я 56 лет в подвале мы просидели вместе. Я считаю, что это один из величайших портретистов нашего времени. Причем свойство Володи Лемпорта делать портреты удивительные. Скажем, к нам приходили люди, довольно известные, неизвестные, и на другой день появлялся портрет. Правда, не могу сказать, что это всем его портреты портретированным нравились, потому что ведь человек видит себя немножко по-другому. Самым частым гостем в нашей мастерской, скорее всего, был Юра Коваль. И не просто гостем, а скорее уже, так сказать, членом нашего коллектива. Потому что он активно участвовал во всех наших задумках, творческих безобразиях. И вот когда наступали времена дефицита портретируемых, он лепил и себя, и меня вместе, и обязательно вот с рюмочкой вот за столом. В 2 года раз я навещаю роскошный трюм с шикарной рубкой, где 2 пирата прежде чаю вас угостят хорошей рюмкой, где царствует их ясный гений двойного дивного звучания, где рядом с грацией оленей напор и сила великаний. Где разность подтверждает общность, так двухголосие тешит слух,
А неожиданность и точность, как смерть, захватывает дух. А этот звук, а этот сок, а смех и запах Ренессанса, мастеровитый матерок сквозь переводы из Брассанса. А, да. А этот вкус, а этот слог под звон гитары и бутылки, Володин дружеский басок в просторах Колиной ухмылки. Продемонстрируем. Копав, копав, крынеченьку, не делай никидви. Любев, кохав, девчиноньку, люда мне суби. Ой, жаль, жаль, не помалу, любев, девчину замалу, а любев, девчину замалу, а любев, да и не взяв. Ой, жаль, жаль. Вот такая песня. А пчелочка золотая, ну пчелочка. Пчелочка золотая тоже? Нет, это я шинкарка, между прочим. Шинкарка. В каком же году? Это ты знаешь, это проба, кинопроба была на. И меня утвердили по этой фотографии. Юра Ильенко. Снимал под Рождество, да? Вечер накануне. Ну, вечер накануне Ивана Купала. А сам поразительно, что у Коли, вообще, у Коли это самое, лицо, как сказать, двуполое. Он одновременно может играть действительно мадам, вот такую, как Агапку, да? Ну, не похоже никак. Но, а с другой стороны, у него абсолютно пиратское лицо. «Остров сокровищ», который снимал Женя Фридман. Да. Меня Женя столкнул с Борисом Федоровичем Андреевым. Да, он играл Сильвера. Он играл Сильвера, да. А я должен был единственного бандита, не бандита, порядочного пирата. И он должен был еще меня прирезать по сценарию-то. Да, и слава богу, там, значит, в то время это на студии Горького было. Тогда такие вещи не воспринимались, и эту сцену убрали. Вы правильно выбрали место для стоянки, сэр. Лучшего тут не найти. Прекрасно. Помогите рулевому поставить шхуну, и спасибо за помощь. Слушаюсь, сэр. Чуть-чуть переложи влево, братишка. Хорош. Ты говоришь, а ты начал вспоминать, как это, Сергей Аполлинарич здесь был. А, Сергей Аполлинарич. Сергей, да. Аполлинарич был... Герасимов. Герасимов, да. Снимал «Любить человека». Да. «Любить человека» и тоже сидел за этим столом. А рядом Солоницын сидел. Обстановка такого дружеского круга, да, она всегда притягивала и чрезвычайно многих. Трудно даже сейчас перечислить. Поэты почти все побывали того времени, включая Булата Акуджава, Андрея Вознесенского, Евтушенко, Левитанского. Вася Шукшин был здесь. Из писателей еще, вспомню, Виктор Некрасов был здесь. Актеры. Очень много народу было. И вот этот стол... Если посчитать, сколько людей за этим столом сидел, это уже невозможно. Этот стол, он самый уникальный, потому что, когда я увидел доску и обалдел от красоты этой доски, толщины ее, все, это буковая доска. Если посчитать, сколько людей за этим столом сидел, это уже невозможно. А составь список как-нибудь, интересно. Да, в общем, как-нибудь я составлю. А вообще, насколько я еще помню, так, но в основном больше по рассказам Юрки Коваля, что это сам. Что, я так понимаю, что кроме всего этого ты занимался крестьянством. Это дом в деревне. Мы его купили просто за бесценок, он брошенный был почти. И я там вот организовал себе свою мастерскую летнюю. Мастерскую. И там резал или рубил из дерева, из камня скульптуры. Ну вот один из камней, который, вот этот, из камней, который я нашел в деревне,
и сделал вот из него такой торс. А вот этот камень сейчас находится на могиле Харитона, известнейшего физика. Это памятник односельчанам, погибшим в Отечественную войну в деревне Осечно, где я учился и пережил эти страшные военные годы. Это памятник моим первым двум учителям, которые погибли сразу же, как только их забрали на фронт. Это Троицкий собор. При мне эта церковь подвергалась варварскому разрушению. Все время, в конце концов, я решил принять какое-то участие в спасении этого собора. И в течение 10 или 15 лет я бился с чиновниками. И после этого прислали туда уже настоящего служителя церкви. Я очень доволен и до сих пор продолжаю помогать, чем могу. Вот это моя дочь Татьяна Силис стала уже, ближайшим помощником в нашей работе здесь, в мастерской. Активно участвовала во всех наших мероприятиях и потом уже самостоятельно стала работать в тоже монументальном жанре и керамику освоила профессионально. Вот. И в этом году я решил почтить память ее работами, отметить ее дарование. С берез не слышен, не лесу слетает желтый рис. Старинный, осенний сон играет гармонист. Вздыхают, жалуясь, басы, словно забытьи. Сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Юра, все помнишь? Дальше давай. Я как в краю родном ходили мы на круг. Под этот вальс весенним днем любили мы подруг. Под этот вальс ловили мы очей любимый свет. Под этот вальс грустили мы, когда подруги не и вот он снова прозвучал в лесу при фронтовом. И каждый думал и молчал о чем-то дорогом. И каждый думал о своей, припомнив ту весну. И каждый знал, дорога к ней ведет через войну. Мне повезло, что не только дочь оказалась художником у меня, и внучка тоже. И вот ее работа сейчас. Это мой родовой дедовский дом. Она рисует вот такие пейзажи и натюрморты. Вот, скажем, такой натюрморт. Какой дедушка или прадедушка не будет радоваться своим ближайшим родственникам? Конечно, рады. Правнучка, по-моему, с художником вряд ли она будет, но у нее другое, она в движении вся. Она не часто бывает в мастерской, подпитываются сами тем, что здесь есть. И я тоже, видимо, тоже как-то присматриваюсь к молодым глазам. Праздник. И мы с вами счастливы от того, что мы на нем присутствуем.
Это дорогого стоит. Это штучный товар истории. И мирового искусства. Я почти в этом уверен. Да не почти, уверен. И остается только мечтать о том времени, когда эти шедевры увидят все. Когда радость и жизнеутверждение, которое они излучают, станет общим нашим достоянием. Этот Дон Кихот на самом деле должен стоять на площади. Я себе воображаю круглую площадь, Дон Кихот, у подножия его сидят молодые парни, девушки. То есть площадь живая, а среди этой площади такой живой Дон Кихот. Правда, я себе представляю, что вот поставят Дон Кихота, и первое, что сделают, у него, конечно, заберут цветок. Но, может быть, вместо цветка медного ему поставят цветок настоящий. Не покидай меня, весна, грозой и холодом минутным. Меня напрасно не дразни, не покидай меня, весна. Сияй мне ярче с каждым утром, продлитесь вы, золотые дни, золотые дни. Продлись, продлись, мой дивный сон, тебя послало провидение, тебя так долго я ждала. Ты так прекрасен, милый сон, что я не верю в пробуждение, и лишь тобой душа жива, душа жива.